Ну что, вот мы и в Пекине. Сидим в каком-то отеле и попиваем кофе. Отель не наш, просто зашли сходить в туалет и вызвать тачку, поэтому тут даже так можно делать. Ну что, поезда в Китае прикольные? Ну, шконки немного жестковаты, сегодня бока болят. Вот такие вот у нас номера. Просто. Проветрим немного. Грязная дверь. Телевизор Nokia. Connecting people. Кухня. Устроились, пойдем искать порошок. Короче, иди один за порошком, сука, не потеряйся. Надо порошок. Спасибо тебе огромное. Давай, до скорого. В конце этого года я еду в Иркутск. Хорошо, все, ждем тебя. Давай. Миссия выполнена, мы купили порошок. Вот в этом домике живем. На 23 этаже. В самом центре Пекина, говорят. Кайфовое место и незадорого для центра Пекина. А вот в этом здании мы работать будем. Удобно устроились. Где-то размыть можно эти старые вот шрамики там где-то полазить все еще. Ну вот, конечно, коленку Игорюха подвел как-то странно, типа эту морду под. Ну да, да, да. Надо было скруглить ее как-то по-другому, либо там хотя бы дымку какую-нибудь пустить. Ну а слушай, так-то это даже в один слой ты неплохо катанул. Хочешь? Да пока нет. А, нет. Ебать, красотень какая. Прикольная, да? У меня брови какие идиотские. Надо вот я там, я Thank you.
Давай, еще сейчас Pinterest у меня не работает, я вообще хренею. Pinterest не работает, и ты не работаешь. Кто не работает, тот не Pinterest. Кто не работает, тот ест наоборот. Пацану 110 штук тут платит, он выебывается, еще работать не хочет. Игорюха, поступил плохо. Здравствуйте, дорогие друзья, флаверы. Вот так вроде находишься в центре Пекина. И последнее, что ты можешь представить здесь встретить, это... что это? А, магнитик из музея хоккея, который, походу, в Москве, с надписью «В атаке В. Бобров». Кто такой Бобров? Хоккеист, походу. Наверное. Вот так вот, блядь, В. Бобров в центре Пекина. Магнитик на холодильнике. Можно спиздить себе, но мы, наверное, не будем пиздить из Пекина ничего себе. Пусть лучше достояние России висит в Пекине. А, кстати, сегодня постирали кроссовочки. Кроссовочки отстирались, короче, но не до конца. Нехуй говно целый день пинать. Ты чё удивишься-то? Это же половина смотрели. У меня 18+, контент мне можно. Ещё набрал сникерсов сегодня разных всяких. А вот сникерсы, блядь, по чужим хатам ездят, блядь. Китайское народное телевидение. Блядь. Гамбей, чушь! Гамбей, братим. Смотрите, бомжи-повар. Драть не передрать! Мою треуголку. Вышли на свежий воздух подышать в Пекине. Без масок, правда. Шел второй день, мы не работаем, повар работает, все деньги Китай заработает. Предохраняться надо. Ну все, повезли меня работать в торговый центр. Повар остался на студии, где были вчера. Смотрим, что из этого получится. Приехали.
подарили мне вот такой фартук. Ребятки, смотрите, какие скетчи, за сколько делаются. Десятка. Пятнашка. Сутенерская куртка. Там внутри какие-то
то ли конфетки, то ли желешки шоколадные, чай с молоком и желешки. 这是珍珠奶茶，你们那里有吗？ Вкусно. Вкусно. Welcome to Tattoo Shop. Ну вот, поехали домой. Момент. Кайфовый заяц. Гели повезет ему. Заяц подушку, он без стресса какой-то такой. Так они эскизы-то рисуют, стеклофонят, сидят, ебать. Конечно, как ты хотел. А, снимаешь? Халяпан. We'll be right back.
тунца. Бутер с тунцом. Ты что себе похавать взял? Возьми салатик с собой. Ну и бланшидзе один возьми. Бери другой бланшидзе. Какой бланшидзе? Вкусности всякие, острые, заебатые. Вот такие вот. Смотрите, какое бухлишко прикольное есть. Опа! Опа! Окей, бэк! Я? Я. Оу! Тай джома! Пик! Эх. Че, 23? Переслал? Угу. К нам не пиляем, заебал. Непонятно вообще. Шагов, ура! Мы вот тут вот точно были.
Норм. Пропускает или нет, я понять не могу, блядь. Зеленый же горит. Он то остановился, то поехал, то остановился, то поехал. Нихуя, у него громкие колонки какие. Добавил наклеек своих. В номерах типа они не курят? Да? На лестничных клетках. Этот, кстати, с зеркалом. Кто? Лифт. А те без зеркала лифты. А это лифтом? Кунг-фу какая-то. Гауфан стоит. Мотоцикл с цепью. Калпико сода, блядь. Черный монстр еще не пили. Скоро уже печень вылезет и скажет: «Эй, что ты туда кладешь?» Монстр Муэрта. Походу лапша с собакой. Скинул сторис, они пишут: «Это у них штаб-квартира, телек». На еще и люди пишут. Ну видишь, какие фолловеры полезные у тебя. Вот аудюха. А? Хорошо живут люди. Воруют постоянно, наверное. Воруют, да. Воруют. Русские богатства и достояния, блядь. Леса, поля, камни, воду с Байкала, блядь. И вот смотрите, на чем потом ездят они. А у нас, блядь, на Жигули люди накопить не могут. Квартир нет, работы нет. Пьем кофе после энергетиков, что-то тут вообще энергии нет. Вчера тут хозяин студии мастера учил перспективе, куда уходят все линии. Сейчас поедем опять в другую студию. Hello.
идем на самый большой пекинский рынок рыбы, короче, и ходим по какой-то улице культуры. Самый большой китайский рынок со всякими пиздюками. Рынок рыбы. Рыбный рынок. Бля, у чувака там кроссовки в машине висят такие же, как на мне, только маленькие, на зеркале. Чё за говно, блядь, смотрите. А у него такие же там висели, ну пиздец. Забавно, забавно.
Be careful, yo. Как говорится, прокатились с ведерком. Hello. Ключики. Bye-bye. Напоследок надо сходить взять китайского энергетика. Прекрати. Разговаривает заяц с тобой. Пива-то не видно. Ждем, когда студия откроется. Студия открывается в час дня. Сейчас 12:22. Пиздец, поздно они начинают работать. Вот, дорогие фуловеры, купил доченьке
игрушки. Просил. Бля, камера заебаться снимает. Куколок купил, я и куколок китайский. Это броня. Сакура были на Комикон фестивале. Купил. Себе тоже купил куколку. Я ж не железный, не смог пройти мимо. Фоловеры в теме у Славы, его личной жизни. Фоловеры меня не перестанут верить после этого. Посоветовали нам какой-то рынок, короче, с сувенирчиками. Сейчас идем с поваром до этого рынка, гуляем. Вот мы и на рынке. How much? Thank you.
взяли орехи зури за 40 юаней. Кисти клевые, смотри, Слава. Там еще. Yeah. Катюша. Подмосковные вечера. Good. Ha, 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 ha.
How much? 5元10元. О, так вот. Окей, окей, лайк, окей. Ты? Окей. Давай, какую взять? Это же... О, что это вообще стрикая мощная. А за сколько ты у него за 250 купил какую-то? За 30. Ну, вот это, как думаешь, прикольно? Вот это самое кайфовое. Вот это? Угу. Thank you.
поймали немного сувениров. Мультибренд. Goodbye. Открываешь эту и упираешься головой. Спонсор нашего показа — монстр с телочкой. Мой любимый напиток. Фунфырик. А сколько фунфырик стоит? Не помню, что-то 160. А вот это кто такие? А? Слава, Серега, ты вот такие нет, пробовал? Нет, не пробовал, это какая-то вино. А есть 30 рублей. Ну, тебе как раз. О, я. Сразу. Угу. О, сигарет. Вход в туалет, да? Вот, в магазин. Очень тесный магазин. Национальную рознь они придумали, короче, это. Черномазую курицу. Ну не черномазую, а афроамериканскую. Черномазую вырежешь? Нет, болело. Black chicken. Много пила активированного угля. Сосисочки. Так, я за палочками. Пивасик, корень мандрагоры. Трудно конфеты покупать в Китае. Уже полчаса стоим над калькулятором, издеваемся. Делегация китайцев тыкает во все кнопки, и почему-то конфеты становятся все дороже и дороже. А конфет становится все меньше и меньше, походу, да? Написано же на ценнике 66 юаней килограмм. Они 4 конфетки считают за 12 юаней, блядь, что-то как-то много. Окей, thank you. Ура, мы купили конфеты. Сейчас мы, короче, забираем, сканируем код. Обачки, Monster Beat выиграл. Вторая попытка. Посмотрим, что теперь я выиграю. Штрих-код. Сканируем. Оба! Отсканировал пакет. Выиграл пакет. Слата просто вообще в ахере была бы, наверное. Клевая, да, штука? Ну да. Оба! Monster Beat. Погнали. Шашлык из квадратиков принесли. О, привет. О, приветули. Приветули, приветули. Ты же не будешь этим. Опа. Опа. Опа.
она на тебя смотрит. Пока повар ест французскую пиццу с дорогой водичкой, мы едим сосисоньки. Сок свежеубитого. Сосисоньки, всему голова. Сейчас заценим, что за морковка. Заебатая морковка. Но сосисоньки вообще one love. Грибуни упали на пони. Слава, тебе не кажется, что у тебя одно ухо площади другого? Это моя шутка. У тебя суперспособность, наверное, пиздеть по телефону. Катя, привет. Привет, тебе передаю. Так, ну ладно, в этот раз хоть ничего не забрали. Ни зажигалки, ни пауэрбэнки. Прогуляемся сейчас, дружище. Хорошо, хорошо, прошли регистрацию быстро, спокойно, не как в прошлый раз. Именно из-за тебя. Именно из-за тебя, мой дорогой подписчик, он забыл игрушки. Панику на меня навел, не выключай. Панику, не стой, не стой. Панику на меня навел сначала, такой, типа, мы не туда едем. Знаешь, что говорю? Слышь, ты меня слышишь, половер? Дай пять. Да. Ну, зайчик, он вообще кинты. Кентозавр, а не кентозайчик. What's up, man? 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 What's up, man?